Очередной пожар случился в Солигорске. Возгорание произошло в многоквартирном доме по улице Ленина. В результате пожара пострадали две комнаты. Огонь нанес ущерб всему жилью. Потолок выгорел полностью, пострадала мебель, оконная рама под воздействием высокой температуры деформирована и восстановлению не подлежит. По словам хозяина дома, жилая комната выгорела буквально за несколько минут, пока мужчина отошел в близлежащий магазин. В квартире находились два человека. Обе женщины были своевременно спасены. 25 апреля в Центр оперативного управления Солигорского ГРУЧС поступило сообщение о загорании в двухкомнатной квартире на первом этаже по адресу город Солигорск, улица Ленина, 4. По прибытию работников МЧС на место наблюдалось горение в одной из комнат. Также в доме на момент пожара находилось два человека, две женщины 71 и 67 года рождения. Работниками МЧС на руках была спасена одна из гражданок, которая находилась в горящей комнате на полу. Вторая была выведена из соседней комнаты под руки. В результате пожара повреждена одна из комнат и закопчены стены почти по всей квартире. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара – это неосторожное обращение с огнем. Лица виновные устанавливаются. МЧС напоминает о необходимости соблюдения всех мер пожарной безопасности и аккуратного обращения с огнем, а также просит не оставлять детей без присмотра и прятать легко воспламеняющиеся вещества.